встречайте, Елена Куляева. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Здравствуйте. А кроме вот этого замечательного единоборства, вы чем-то еще занимаетесь? Да, конечно, я много чем занимаюсь. Музыкой, я закончила музыкальную школу. И так... На чем? Фортепиано? На фортепиано, скрипка? Да. Ага, фортепиано. Фортепиано, да. И я учусь быстро, интересно, качественно. Вы учитесь в школе, вы в институте? Я закончила школу так. В этом году, мне 15 лет. Стоп. Так не бывает. Может быть, вас просто выгнали? Последние 5 классов я прошла за 2 учебных года и сейчас поступила в университет. А чего так торопиться? Куда? К новым победам, вершинам, возможностям. Отлично. Способен ли человек отточить свою технику боя до такой степени, чтобы наносить удары вслепую? Давайте проверим. Мы начинаем испытание для Елены Куляевой. Итак, в нашей студии вы видите 5 тренажеров. На каждом из них пронумерованы 5 точек для ударов. Сейчас у Елены будет 2 минуты, чтобы запомнить последовательность цифр на каждом из манекенов. Прошу, тренажер, Елена, знакомьтесь. Время. Я приглашаю ассистентов. Прошу завязать Елене глаза. После чего она должна будет вслепую нанести удары в строгой последовательности для каждого тренажера. То есть первый удар по точке пронумерован 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Ассистенты нужны для того, чтобы тренажер не свалить. Это важно. Прошу вас. Итак, перед вами первый тренажер. Хотите дотронуться до него? Все, вы готовы? Я ухожу.
Опа. Это был прекрасный финальный аккорд. Лена, 5 из 5.